Совсем недавно были подведены итоги конкурса на лучший социально-предпринимательский проект студентов. Одной из его победительниц стала Регина Минибаева, студентка Института физики КФУ. Девушка придумала создание поздравительных открыток из макулатуры и семян растений, которые в соединении дают живую открытку. Живые открытки – это открытки, сделанные из семенной бумаги. А семенная бумага – это уже получается бумага, которая делается из макулатуры. Ну, то есть мы перерабатываем макулатуру и внедряем туда семена различных растений. И то есть, если сажаешь эту открытку в землю, то и поливаешь, то из нее вырастают растения, которые, ну, были заложены семена туда. Получается, если я возьму такую открытку и отправлю другу, например, в Питер, значит, он ее может посадить и вырастить цветок? Ну да, получается так. Идея реализации подобного проекта возникла у Регины во время обычной учебной практики. Студентка КФУ уже участвовала в таких мероприятиях, как Open Space Market, где биоподарки пользовались большим спросом, ведь для создания такого бумажного подарка не было вырублено ни одного дерева. Мы недавно закупились принтером, который печатает на открытках, потому что мы до этого их рисовали сами вручную, и, соответственно, я не художник, поэтому качество стуков было все равно, конечно, не таким, которым бы хотелось. А сейчас у нас есть принтер, который печатает, и вот после диплома, как я получу диплом, наконец-таки мы в полной мере сможем заниматься своим проектом. В будущем студентка планирует покорить новые рынки сбыта живых открыток. В ее планах взаимодействие с цветочными магазинами и магазинами подарков. Анастасия Иванова, Универньюз.